Некогда запрещенное уличное искусство или стрит-арт сегодня очень востребовано. Жители Чебоксар уже знакомы с этим направлением и не понаслышке. На домах и заборах все чаще можно увидеть настоящие произведения искусства. А с новым проектом Art Libraries преобразятся и библиотеки Чебоксар. Треть библиотек в Чебоксарах носит имена известных людей. Теперь на фасадах зданий появятся и их лица. Популяризация творчества поэтов и писателей – главная миссия арт-проекта. Мы хотели, чтобы люди, проходя мимо библиотек, понимали, чьим именем названа эта библиотека. Например, это библиотека имени Маяковского. Многие этого не знали, так как редко бывают библиотеки. Мы хотели, чтобы люди понимали... Вспоминали, не забывали их произведения, не забывали их портреты, их цитаты. Молодые художники представили на конкурс более 10 эскизов. Из них организаторы выбрали самые интересные. Библиотеки имени Маяковского и Гайдара уже оформлены. Сюжет для творчества подсказали сами писатели. Известный персонаж мальчишки-бальчиш Гайдара теперь указывает посетителям вход в царство знаний. Уже узнают, кто такой Аркадий Петрович Гайдар. И, конечно же, мы начинаем знакомство с творчеством Гайдара именно через произведение «Мальчишки-бальчиш». Потому что ему, как и многим детям, которые приходят впервые, было всего лишь 8 лет. И он стал героем своей страны, героем-революционером. И дети очень положительно реагируют. У каждого художника свой почерк. Насколько он понятен и привлекателен, определят горожане. Но уже можно говорить о высоком уровне выполненных работ. Наш проект по Art Libraries родился в стенах молодежной площадки «Маяк», которую мы презентовали в этом году. Молодые художники откликнулись. Сначала мы делали ее в стенах библиотеки, но поняли то, что с уровнем наших художников мы можем выйти вовне и заняться преобразованием, в том числе и наших фасадов, чем помочь и городу. Авторы проекта планируют оформить по одной библиотеке в каждом районе. Каждый эскиз согласовывается с администрацией города. Сейчас в своей очереди ждут библиотеки имени Шумилова и Чаплиной. Татьяна Филатова, Арена Гавелян, Республика.